Зима закончилась, а тонна отснятого материала осталась. Я думаю, ну что с ним делать? А сниму-ка я, вернее, оформлю-ка я последний зимний влог. Сегодня у нас семейная вылазка в город. Ярослава блоги снимает. Дайте вам подсказка, что вас ждет. Сейчас быстренько забегу по своим делам и дальше поедем завоевывать мир. Идеальная игрушка для Джеймса. Джеймс, мы тебе игрушку нашли. На. Это рогатка, Джеймс. Твоя первая рогатка. О-о-о. Сейчас мы вам всем устроим. Ха-ха. Отправил Ярославу на миссию снимать видео с классными видосиками. А тут сам охраняю детвору. Все, купил зверя для своих экстремальных похождений. Во! А вот смотрите, как у меня братан сзади сидит. Я Ярославе в карман бросил GPS-маячок. Она даже не знает, что я могу знать, где она находится. Ой, это же тайна. Сейчас будем делать супер фотографии для Ярославы. Вот на этой красивенной скамейке. Посмотрим, что выйдет. Надеюсь, все выйдет. Славик, я прошу, уже троих людей прошу, пожалуйста, сфотографируйте меня. У одного руки трусятся, у второго пересвет, у третьего зато наперед какая-то еще фотография. Какой кошмар. Да, у четвертого затмение. Короче, фотки не выходят. Судя по всему, это самое популярное место в Ковенгагене, где люди делают фотографии. Вот, сидят на лавочке, позируют. Оп, Джеймс проснулся. Еще я успел побывать в городе Винчестер. Я уже приехал в город туманов. Ей!
А теперь прямое включение из Кавентри. В данный момент мы подходим к зданию городской мэрии, City Council. Очень красивое здание. Как бы это ни был тот собор, который был разбомблен во время Второй мировой войны. Известный Coventry Cathedral. Ну вот, как я и говорил, оказалось, знание истории помогает. Это и есть Coventry Cathedral. Как это он бросил семью и умчался за миллионы миль далеко-далеко от них, оставил их самих дома? Нет, все хорошо, не бойтесь, они под тщательным присмотром тещи. Вот. А у меня здесь небольшая работенка в Кавентри, и в течение нескольких часов я вернусь в Лондон, так что все в порядке. Thank you.